препарат старый, есть более современные препараты. Ну, знаете, старый препарат и новый препарат – это такое очень относительное понятие. Да? У нас вот дигоксин – старый препарат, все цитостатики – старые препараты, пенициллин и вообще половина антибиотиков – старые. Все антибиотики 20 лет уже, как минимум, а то и 30 лет ни одного нового антибиотика. А мы все лечим и лечим. Поэтому слово «старый препарат», оно вообще не должно произноситься. Если есть какие-то принципиальные новые препараты, которые чем-то отличаются, то, ради бога, можно обсуждать. Но вопрос старости не годится. Технология у сорбифера дорулеса нормальная, очень даже продвинутая технология, и я думаю, что в ближайшие десятки лет ничего нового не появится. Но маркетинговые ходы, честно говоря, меня немножко удручают, когда вот начинают рассказывать, что вот жидкие формы лучше, чем всасываются, что препарат просто старый, у нас препарат новый, целых 2 года назад зарегистрирован. Правда, мы его выпускаем тоже лет 50, но это уже не важно. Вот, поэтому мне кажется, что это нехорошо в таком духе.